Здравствуйте, я Дора Люкс, и я хочу вам рассказать, что в детстве к нам приезжал, когда Святослав Феофанович Рихтер, известный такой композитор, то мы с мамой, ну, его встречали, он выступал на сцене. У меня даже есть вот такая вот уникальная с его автографом. Здесь автограф его. Вот, пластинка. Вот здесь вот они. Вот. Такие вот пластинки. Вот, я хотела рассказать вам о том, как мы с ним происходило. Он вообще такой интересный человек был. То есть он садил, во-первых, он выключал свет, но он уже где-то 70-й год, я 76-го, ну, это было примерно мне лет 10-12, когда он приезжал в город Барнаул, Алтайский край. Мама о нем статью писала, ему помогала перелистывать его. Но вообще он, то есть в последние годы, так он по памяти все, а последние годы он... Ну, приходилось ему, чтобы кто-то перелистывал его. И вот, так скажем, в честь моей маме, она ему перелистывала ноты. Там был такой вот темнота, выключался свет, и она сидела и перелистывала ноты. А мы сидели на сцене, я в том числе, и дети там еще, но это не все, то есть только... так скажем, привилегированные. Вот. И мама посадила меня, и я сидела, смотрела на сцене. Он был очень такой доброжелательный человек, высокого роста, приятной внешности, такой красивый мужчина. Но он уже пожилой был, и очень такой. Мне он понравился. Он к нам домой приходил. Вот. И как бы мама его чаем угощала. Вот. То есть так, мне было приятно, что я знаю. Мама еще тогда сказала, что вот это, зная, что пройдет время, этот человек будет популярен везде, и о нем будут все говорить. Он уже тогда был популярен, но просто вот очень такой вот. То есть так, я сейчас буду вам включу музыку, то есть я сейчас прекращу вот это и там включу. Это будет отрывок буквально. Заранее с вами прощаюсь, с вами была Дора Люкс. Отрывок из Моцарта, который концерт номер 20 Моцарта. Вот, вот эта пластинка. Концерт номер 20 для фортепиано с оркестром ре минор К-466. Вот так. Всем пока.